Ну вот, уже идут на посадку. Блин, та одежда. Они уже не высоко. Никак не поймаю их. Оператор с меня такой. Ну вот, два часа сегодня отлетали. Маловато, конечно. Но я больше и не хочу. Мне достаточно 1.5-2 часа и все. Это 9 часов 10 там заглядать, целый день стоять, наблюдать, зачем оно нужно. Вот они отлетали, пару часиков и пускай садятся уже. Хватит. Это глупости, мне кажется. Но это мое мнение. Кому-то, может, и 10 мало. А мне и 2 достаточно. Хотя у меня и 5, и 7 вылетывали. Да. Было по-всякому. Так что полетали сегодня неплохо. Ну и ладно. И хорошо. Теперь деньки вот пойдут. Вроде там на всю неделю обещают. Ну кто она может, еще и брехня. По интернету вроде там солнечные дни, погоняем. Если правда будет. Ясно, хорошо. Они сами подрываются, если погодка хорошая. Сами сымаются и летят. Да. Ладно, пускай летает. Что тут у нас? Сейчас сядут, будем кормить. Угу. Сейчас. Будем кормить вас. Пускай садятся. Пускай садятся. Кое-кто уже садится. О. Сейчас сядут, покушаете, да. Я-то им жменьку там сыпнул так перед тем, как подымать, ради чтоб не натощак. Вот, ну, а вдруг. Сейчас они
Так, ну-ка. Уля. Уля. Сейчас они сядут, тебе подождите. Они вот уже. Вот уже счетом десяток. Еще десяток садятся. Солнце светит. Сели, все, последние сели. А перья еще сыпятся с них маховые. А, я гляну, он голубятни там их еще валяется, еще кое-кто линяет. Так. Ну и ладно, все. Отлетали, отдыхайте, покушайте.